Спасибо, что вы создали все возможности для развития сельского хозяйства. Вы сказали, на земле пахать надо, мы и пашем. Благодаря вам всего за 12 лет рост производства аграрной продукции в Казахстане вырос в 5 раз. Вся страна сплотилась вокруг вас, вокруг реализации стратегии 2050. Мы и дальше будем двигаться вперед вместе с вами, с назарбаевской скоростью, с президентской уверенностью в будущее. Аса, курмите, ельбасе. Мы с вами одной крови. Каждый из 17 миллионов казахстанцев для меня – это мой кровный брат. Это за сколько лет, Александр Николаевич? Это за сколько лет 500 литров? За 43 года. Впервые я сдал кровь в 1971 году. И здоровье не мешает. Как видите. Убежден, у нас, у всех, одна общая группа крови – казахстанская. И это величайшее достижение нашей страны под вашим выдающимся лидерством. На моих глазах, Нурсултан Абишевич, вы совершили невозможное. Вокруг Астаны, в продуваемой всеми ветрами степи, вы вырастили настоящий лес. Это 110 тысяч гектаров лес, посадок. Это уникальный лес Назарбаева, в котором растут самые высокие байтереки. Это древо жизни Казахстана. Это зеленое, цветущее всеми красками радуги будущего нашего народа. Спасибо вам, Нурсултан Абишевич. Мы от души благодарим вас, что в нашей стране всегда царит стабильность. Повсюду развивается культура мира и согласия. Лесоводы с вами, Нурсултан Абишевич. Спасибо за внимание. Вот впервые лесовод так заявление сделал. Раньше у меня не было лесоводов, друзей. Для этого надо было 110 тысяч гектаров посадить нового леса. Вы, Нурсултан Абишевич, вышли из сельской рабочей семьи и своими руками, президентскими руками, варили сталь и плавили чугун. Поэтому индустриализация, общество всеобщего труда – это идеи из жизни. Они наполнены жизнью, они вселяют в нас непоколебимую уверенность. В нашем коллективе, как единый организм, как одна команда, работает 15 этносов. И путь знают все. Коллектив арматурного завода – это ваша команда, Нурсултан Абишевич, целиком и полностью. Көңілім сонша толқып тұр, рұқсат етіңіз, бір шумақ айтып берсем. Кең жазира қазақтың жері қандай, ақ қошып қасқынған көлі қандай, әр ауылға қанша рет барсамдағай, асыл ерге малдымнан жолығардай, Атырау мен Алтайым, әнен тарту тартайын, сағындырған сарарқа барсам саған ай сайын, барсам саған ай сайын. Қасиетті қаратау, асыл текті алатау, жер жанаты жеті су, туған жерім тамаша. Ай, туған жерім тамаша. Рахмет.
больше, чем мы, казахи. Об этом, ну, наверное, не беспокоимся, потому что здесь люди научились ценить цену воды, цену природы, цену хороших отношений друг с другом. И вам большое спасибо, потому что я не знаю ни одного президента, много я встречал их, беседовал, чтобы кто-то так трепетно относился к этому вопросу. Спасибо вам большое. Курметы Ельбасы, прежде всего, разрешите мне от чистого сердца поблагодарить вас за личную поддержку, которую вы всегда мне оказывали. Я читал ваши книги, посмотрел фильм «Путь лидера» и знаю, вы любите спорт. Ваша несгибаемая воля к победе закалялась и в цеху, и в спортивной борьбе. И это при том, что у вас в то время не было таких идеальных тренировочных условий, какие сейчас есть у нас, потому что вы буквально создали все для казахстанских олимпийцев. Руслан Абишевич, в моем виде спорта у каждого спортсмена есть мечта – совершить прыжок в 5 оборотов. Первый, кто это сделает, станет абсолютным чемпионом. Но выдвинутая вами стратегия 1050 – это мировой прыжок Казахстана сразу в 50 оборотов. Если мы достигнем поставленной цели, то войдем в список величайших чемпионов 21 века, и я уверен в этом на все 100 баллов. Руслан Абишевич, от всей команды «Карат» разрешите вам вручить именную майку чемпионов Европы. Реальное достижение вашего курса – это признание всем миром казахстанской модели межконфессионального согласия. Нурсултан Абишевич, избранный вами курс на развитие подлинной духовности, общечеловеческих ценностей, поддерживает не только Казахстан, но и весь мир. Спасибо вам за эту поддержку. Рахмет. Что было тогда и что мы имеем сегодня? Как детский кардиохирург я могу сказать, тогда смертность составляла 95%. Сегодня выздоровление после операции на сердце составляет 90%. И это, уважаемый Нурсултан Абишевич, результат вашей неустанной заботы о здоровье казахстанцев. Несколько лет назад на встречи потомков узников ГУЛАГа здесь, в Астане, эту встречу устраивала тоже ассамблея, за что огромное спасибо. Я позволила себе сказать, счастлив тот народ, у которого такой президент. Я говорю это абсолютно искренне и с удовольствием это повторяю. Я очень надеюсь, что связи наши на самом деле нерушимы. Да. Позвольте мне от имени всех участников нашей сессии, от имени всех моих соотечественников, казахстанцев, вручить вам книгу «Мангелик Ель». Сегодня, к сожалению, в мире неспокойно. Как сохранить мир? На этот вопрос ответ нашел Нурсултан Назарбаев. Спасибо, президент. Вашу мудрую модель мира и согласия надо показать всему миру.
И поэтому я здесь сегодня хочу предложить открыть в Лондоне Центр мира и согласия Нурсултана Назарбаева. Я хочу доложить своему президенту, что делегация Координационного совета русских славянских казачьих организаций Казахстана побывала на Майдане и в Севастополе. И везде, где бы мы ни появлялись, где бы ни появлялся наш флаг, везде нас встречали с распростертыми объятиями. Везде помнят и любят нашего президента. Везде говорят: как жаль, что у нас нет такого лидера. Как жаль, что у нас нет такого президента. Не было бы крови на улице. Не было бы бардака в экономике и коррупции в правительстве. И вот, Нурсултан Абишевич, вы для казачества уже легендарный человек. В тысячелетней истории казачества вы единственный мусульманин и казах, избранный на круге казачьем, почетным верховным атаманом с права утверждения этого круга. Я уважаю всех лидеров великих государств. Такая форма положена? Такая? Она есть в нашем музее, Нурсултан Абишевич, мы вас ждем. Я хочу сказать, что ни один из великих лидеров сегодня, больших стран, будем говорить, из 40 стран рассеяния сегодня казаков, все-таки не является избранным на круге почетным верховным атаманом. Поэтому казачество Украины обращается к вам, Нурсултан Абишевич, с просьбой включить всю свою душевную щедрость, доброту, интеллект и волю и помочь украинскому народу развести беду. Казаки Украины наградили вас. Международная академия казачества, филиалы, которые есть в 40 странах мира, наградили вас золотой звездой Героя Казачьего Народа Украины. Божьей благодати вам и крепкого здоровья. Мы вас любим, мы вами гордимся. Слава Казахстану! Слава Нурсултану! Люба казаки! Казаки и казахи имеют один корень. Смысл, между прочим, этих слов одинаковый. Свободные люди, что эти гуляли на свободе, казачья воля, что казахи-номады кочевали свободно. Как в песне поется: жаль только мне воли да казачьей доли.